Ладно, почти приехали. Это меня радует. Окей, что у нас здесь? Просили меня сюда приехать 100 лет назад. Вот я приехал. Встречайте. Прямо из Москвы. Отлично, алкаши, наркоманы, коп. Семейка просто класс. You fucking junkie! I'm awake. I was just wishing you'd leave. Hey, hey, sit down. Шел бы на пляж. Там, по-моему, гораздо удобнее валяться. Good for you. Okay. Don't get sanctimonious on me. Здорово торкнул. Папе отпустит. Why do you do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? It stops you caring, which is even better. So, what do you care about? I care about getting people back who claimed I was a grass. People who used that to steal shit off me. Maybe that's what your brother was talking about when they said you needed help taking care of all the business. Sure. I mean, I ain't a saint. I ain't a man of principle. I messed up. But I tried. I made a mistake. But I admitted it. We all make mistakes. Exactly. And this guy is still threatening to kill me and my family. Да, твою семейку убьешь, как же. What's his name? Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Can you get access to the police computer? Sure. Find the fuck. У тебя ж брат коп, ё-моё. Какого чёрта? Okay. Какого, мать его, чёрт? У тебя брат коп, такой же сукин сын, как и ваша вся семейка и остальная. Почему ты меня просишь в полицейский компьютер залезть? Братишка. Я тебе покушать принес. Надо найти полицейскую тачку. Упс. Простите, что-то развелось слишком много этих полицейских тачек. Одну я побью, а у другой выбью стекло. Безнаказанно, блин. Так. Поиски меня. Слига. Бургершот. Бегство с места ДТП. Окей. Эй, Дерек. Apparently your guy hangs out at the burger shop in the Alderney. Go check it out. Let's make sure his boys are there. I want them all to pay. What if he's alone? Keep the police car. He'll see you and think you're taking him down. First thing Bucky will do is run back to his crew. Fucking coward! He'd rather everyone go down than him take a fall alone. Told me out, didn't he? I guess he did, man. I'll tell you when it's done. Так, окей. Мы уже едем в этот бургершот. Выстрел бургера? Или выстрел бургером?
как ты выражаешься, когда стражник закона проезжает мимо? Какой holy shit? Ты о чем? Ты хочешь оказаться на заднем сиденье моего супер-мега-коп-мобиля или что? Или как? Я не понял. Ты! Попой нюхаешь, святые. Мне нужна твоя одежда и... Привет. Можешь мне что-нибудь? FYI, cool. Вот нафига этот автосалон, если его нельзя, например, купить, чтобы он давал бабки, как в Vice City. В нем нельзя купить тачку, чтобы, я не знаю, что-нибудь сделать с ней, разбить ее. И нафиг он тогда нужен? И нафиг здесь тогда деньги нужны? Давайте, до свидания. Я покупаю ваш автомобиль. Погнали. Вроде в ту сторону еду. Причем этот салон продает какие-то старые модели автомобилей. Там уже другой этот S-класс есть. Ну и куда ехать-то, ё-моё, чё вы ко мне прицепились? Чё надо-то? Куда я... Какого вообще, чё происходит? Здесь что ли ездить надо? Или что? Искать его? Значков никаких нету. Ты похож на того, кого я искал. Но ты не он. Это обещает быть самым дурацким заданием из всех, если я не пойму, что делать. Видимо, колесить по району. А вдруг нет? Бургершот, блин. Где-то вроде здесь было обозначение. Посмотрим. Nail Bar. Это точно не бургершот. Поймись, что здесь бургершот, потому что полчаса загружаются текстуры. Так, туда можно вообще заехать? Можно. Пожалуй, возьму себе мотик какой-нибудь покруче. Дьявольский здесь выглядит только один, вот этот вот. Там скрипт, что ли, не срабатывает? Что за фигня-то? Я вроде сделал так, чтобы полиция меня не разыскивала. Должна была появиться метка, по идее. Ладно, сейчас оторвемся снова. Посмотрим, что там нам напишут. Напишут ли что-нибудь вообще. Если не напишут, то я не знаю. Либо не сработал скрипт, либо... Либо мне его вручную предлагают искать. Либо надо полицейскую тачку. Ничего не пишут. Какого черта? Кстати, давайте попробуем реально найти полицейскую тачку. И вбить его имя снова в досье. Возможно, нам опять местонахождение выдадут. Так и надо сделать. Мозг. Он предназначен для того, чтобы думать. Вот так вот.
Ладно, короче говоря. Вызываем 911, чтобы не париться. Hello, you're through to the Liberty City Emergency Services. Please use your touchtone keypad to select which specific service you require. Press 1 for police, press 2 for paramedics, press 3 for the fire department. Hello, this is the LCPD. Where would you like us to send an officer? West Dyke. An LCPD peacekeeper. Поняла. As soon as possible, Восточный sir. Член. Вылезай оттуда, хрен собачий. Давай, до свидания. Они, гады, по мне еще и стреляют. А презумпция невиновности, а? Может, я невиновен? Гады. Как я опять оказался в зоне поиска? Я же оттуда только что смылся. Да ничего я такого не делаю. Чего вы там себе напридумывали? О, бассейн. Отлично. То есть мне надо было на полицейской тачке ездить. А нельзя было это написать? Чтобы я из нее не выходил. Ну ладно, поехали, раз разобрались с этой бедой. Можно и поехать. Тихо. А, вот он, бургершот. Так бы и сказали. А, нет, это не стрип-клуб, я подумал, что это стрип-клуб тот. Сияет как стрип-клуб. Отлично. Run to your friends, Bucky. The cops are here. Нормальная такая американская полицейская погоня. В лучших традициях по дворам херачить. Надеюсь, он не развалится по пути, потому что он что-то уже серьезно как-то дымит. Кого-то только что сбил еще кого-то. С дороги, вы мешаете расследованию. Ну ты шумный, черт. Твою мать! Давай же, мне нужно быстрее с вами разобраться, господа. Отлично, пуля непробиваемая. Сзади еще черт какой-то. Сбоку. Отли... Ну это просто восхитительно. Почему одна метка на карте, если их тут пятеро, блин? Хрен знает сколько вообще.